Здорово, заебал. Привет, друг, с тобой Эван. И сегодня вместе с тобой посмотрим новый проект в МТА White RPG. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Да-да-да, вы все правильно поняли, как написано в превью и названии ролика. На этом сервере можно получить админку совершенно бесплатно, но есть одно условие. Тебе всего лишь нужно отыграть 100 часов. Также здесь есть уникальные автомобили, которых нет на других серверах. Маппинг, контейнеры, капты за территории, банды. В принципе, все как вы любите. А начнем мы с того, в принципе, как и на любом проекте, мы соспавнимся на сервере, нас встречает спаун SF, мы открываем чат, пишем /бонус, и нам выдают бонус в 100 миллиардов. Но это не все. Дальше мы пишем /промо и вводим промокод WHITE. И за это нам еще дадут 25 миллиардов. Потом пишем опять /промо, пишем большими буквами обнова. Нам дадут еще 25 миллиардов. Если мы еще раз откроем промокод и еще раз напишем Evan большими буквами, нам дадут еще 50 миллиардов. То есть наш суммарный бонус будет составлять 200 миллиардов рублей. Офигеть. Все промокоды будут в описании ролика. Ну а дальше пошло все по классике. Мы поехали, купили мне дом. Дальше поехали по автосалонам, по тюнингам. Посмотрели новые, просто индивидуальные номера на ИКХ. Я думаю, вставка в студию. А, вот автосалон. Офигеть. Блин. Знаешь что, заходим в автосалон. Жалко, что здесь тачек нету, которые расставлены. Но это сделано в угоду оптимизации. Ой, ебать, он стильный. Супра, значит. У нас есть два автосалона, как мне рассказали. Есть чисто общий, есть чисто Mercedes. Поэтому мы заехали сначала в общий. Как бы Супра, Е34, Кулинан, 350Z, четверка. R6, семерка, Range, X5, GTR новый, Vesta, Торек, Кабан, Марк, E38, M8, Фантом, M2, Камри, S3, это что такое? А, это новая, это тачка, Кёнигсберг Джеска, да? Да, А6, ну да, Бугатти Дива. Это новый, я так понимаю, Линкольн, этот навигатор, да? Ну да, он же написан сверху, ну да. Короче, F-Pace, это X7. Макларен 675, я думал 650. Вот он топ. Семерка, это что у нас? Ага, Кадик, СВР, Камри 70-я. М5, Дорез, кстати. Крузак. Е39. Значит, я перезашел, и что у нас не прорисовалось? Это Панамера, да? Где-то она здесь должна быть. Вот это Панамера. Кстати, старая, не новая. Дальше, что у нас? Ага, чайник. С интересными, конечно, фонарями. Потом Нива, Феррари, Вейрон, Геттер, Мустанг, Чирон. Это новая Ферра. Я так понимаю, ну типа Рест Калифорнии. Это Портофино. Вот. Это все было. Авентадор, Слива, Скай, 918-й. Porsche, Demon, Bentayga, Down. Ну и в принципе на этом все. Поэтому сейчас я прикуплю, какие тачки мне понравились. Например, как здесь происходит покупка. Выбираем регион, например, Москва. Окей, теперь выбрали лев. Так, а цвет можно выбрать? Походу нельзя. Enter. Ага, и все. И вот так, в принципе, выходит покупка. Типа мы выезжаем из зоны выдачи на ней. Ну ладно. Сейчас будет достаточно интересно посмотреть на автосалон Mercedes, потому что он здесь единственный. Эх, пацаны, просто сразу набивает ностальгию. Где-то я уже такое видел когда-то. Заходим. Автосалон Mercedes-Benz. Так, значит, есть здесь у нас ML. Гелик, H63, GLS, GTS, E63, G65, Гелик, Лупатый, Ешка Дорез, Цешка Дорез, ГТшка, Хаммер, 4х4 в квадрате, S-купе, 221, Вита, CLS, просто обычный гражданский, и все, в принципе. Вот, что это такое? Это покраска, это эксклюзив, это здание очень похоже на смотрушное. Прошлое. Тюнинг, заезжаем. Давайте посмотрим, как пример тюнинг на Жигу. Это что такое вообще? А, это это можно сделать четверку, но с мордой от семерки. Офигеть. Конечно, тюнинг здесь не из дешевых. Где вы видели универсал вообще на интеркулере?
принципе, я закупился на 13 миллионов. Офигеть, еще диски даже не брал. Не, ну это, конечно, у нас вообще стиль бешеный. Так, теперь давайте пройдемся по индивидуальным номерам, которые говорил. Здесь есть донат номера. Есть федералки, есть военные, есть дипломатные, есть полицейские, есть именные. Именные это неинтересно, как бы федералки у нас же есть, ментовские есть. Военный тоже где-то видел, а у дипломатных у нас еще не было. Поэтому давайте купим какие-то дипломатные номера. Например, вот такие. Вот, 123 ОО 42 ИФ 2. Ну а кроме этих номеров, уже как вы видели, у меня есть ментовские на ГТР. Вот такие вот. И есть у меня обычные, конечно же, куда без обычных номеров. А, блин, почему, блин, только две тачки можно спавнить? Что за бред? Есть моя четверка просто на идеальнейшем тюнинге. Просто на идеальнейшем. На трех ашках, трех четверках, 777. Ну и, конечно же, на Шамале номер МР-01 на федералах. Вообще такой стильный ауф вообще. Так, собственно, давайте теперь проверим звук на наших автомобилях, потому что он очень охрененный. Первый это гитар 50. Он мне раньше, конечно, не нравился, но сейчас... Понравился, как мне задрала эта система, что тачки пропадают просто. Ну, что, газуем? Салончик такой карбоновый вообще. Ну если реально такой GTR выйдет, хотя он уже видел там прототипы есть, но это бред, он же некрасивый, капец. В принципе, вот такой звук на GTR. Теперь давайте выйдем, возьмем, например, нашу четверочку и просто едем. Тоже уникальный звук. Жалко, что отстрелов нет, это было бы еще прикольно. Ну и напоследок давайте звук Panamera заценим. Газ в пол. Не, ну офигенный вообще. Ну и по классике, все эти автомобили после выхода ролика будут находиться на БУ рынке. Так что кто первый зайдет, того и тапки, того и тачки. В принципе, с тачками это все. Теперь мы поедем открывать контейнеры. Итак, пацаны, мы приехали на самый главный движняк. Это контейнеры. Поэтому убираем свою ML-ку. И как-то так они здесь выглядят. Максимально интересно. Это что у нас? 2.19, 2.28. А, это время. Начальница на транспорт 2. Давай. Сколько это лямов? Подожди. 3. Это 500 лямов? Вот так. И один. Нормально будет? Плюсик. О, все. А можно несколько сразу, а? Вот это интересно, кстати. Проверим сразу. Нет, только один можно. Ну ладно, ждем. Здесь есть транспорт, электроника, одежда. А, ну в принципе все. Интересно, как это будет выглядеть. Прям очень интересно. 4, 3, 2, 1. Погнали. Все. Ничего не появилось, просто зелененьким. Левый альт. G500 за 250. И что я могу с ним сделать? Продать. И все. Серьезно. Блин. 3, 2, 1. Электроника. Погнали. Что здесь выпало? Мне выпал телевизор за 500 тысяч почти. Я в окупе? В окупе, так, окей. Давайте теперь поставим 2 еще. На одежду тогда. Еще у нас ее не было. Лям 100, офигеть. 3, 2, 1. Одежда, погнали. Что здесь будет? Ух, ема. Перчатки, 159 штук. Сколько мы лям заплатили, да? Выходит, а если вот так продам, это 159 умножить, или это просто стоимость уже всего этого? Ну хз, я, наверное, не окупаю, я, наверное, в минусе. Давай еще там один раз тачки откроем. Я так понимаю, у нас есть 40 секунд, чтобы его открыть. Если не открою, он где-то пропадет. Ну давай оку второй раз. Ух ты, ебать! Кулинант за 15 миллиардов. А я открыл за 500 миллионов. Окуп, 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 нормально. Кстати, онлайн здесь достаточно неплохой, 13 человек. Поэтому можете заходить. Тем более, блин, админку всего лишь 100 часов можно получить, офигеть. Ну и последняя тема у нас осталась, это капты. На карте отмечены зоны, все как в сампе, захватывайте территории. В принципе, на других серверах в МТА я где-то уже видел эту фишку. Мне создали клан Evan Steam, я нашел некоторых игроков, и мы устроили зарубу как бы за территорию, а как это было, вставки в студию. Конечно, обидно, что половина не записалась, то, что у меня закончилась память. Ну, надеюсь, вам понравится. Наша территория, куда собрался? Блять, одного уложил, одного нет. Уложил. Все, мы территорию типа просрали, да? А, наша территория, все, заебись. Так, пацаны, здесь быстро месиво началось. Короче, наша территория, нашей банды Evan Steam хотят захватить. Вот он, Гру Стрит, вот наша банда. Какие-то... Ёпта. Как это сложно удержать.
Ну, блядь, я попаду. Ясно. Ебать, там жестко. Rose Street Family. Нет, нет, это наша будет. Все. Вы начали захватить территорию, ожидайте на месте 5 минут. Короче, если мы сейчас это 5 минут продержимся, то наша территория это уже будет. Вон она на карте как светится, мигает. И красную мы уже Group Street взяли, как вы видели. Опа, одного уложил. Этого пойду тупо зарашу. Вообще пойду. Блять! Ладно, не надо было так делать. Сука, 10 хп оставил, обидно. Ебать, это что за десантура? В принципе, если мне еще руки немного поровнее и больше человек собраться, там, человек 5 на 5, там, 10 на 10, прям капт состав, как в сампе, это было бы, мне кажется, очень интересно и весело. Ну и последняя тема, о которой нам нужно еще поговорить, это бесплатная админка. Что она может и как она выглядит. Смотрим. Так, пацаны, как говорилось выше, если вы играете на этом сервере ровно 100 часов, вам выдадут модерку. А сейчас вместе с вами мы посмотрим, что же она умеет. Скрываем чат, нажимаем английскую букву P. У нас открывается админ панель. По факту мы можем выбрать любого из этих игроков, которые сейчас присутствуют на сервере. Китар опять куда-то пропал, да. У нас есть вкладка панель, вкладка баны, вкладка админ чат и опции. Надеюсь, я ничего никого не спалю. Если выбрать, например, мое, здесь светится, я так понимаю, айпишник, имя, логин, версия, это аккаунт name, вот, и все, что мы можем сделать, это кикнуть, замутить, зафризить, слапнуть, то есть подкинуть вот на 20 хп, уйти в спектры, вот, смотреть просто, можно его спектров взять, вот, забанить, кикнуть, зафризить, поменять вообще скин ему, например, вот так. Легко. Set stats, можно ему изменить просто 1000 скиллов там каких-то. Можно ему изменить скиллы, можно дать броник, можно дать хп. Все, короче, можно сделать. Давайте, например, перейдем вот за этим челом в спектры. Вот он, видимо, и он летит, да, и можно сейчас его просто слапнуть. Нет? Вот так просто бамс и все. Выбрали пацана, например, кик. Тест. Например, блядь, тест. Окей. Все, пацана кикнули за какое-то нарушение. Это, конечно, вообще имба. В принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Можете написать в комментариях, как он вам и как вам сервер. Также напоминаю, что ссылочка на сервер, на IP, на беседу ВК и все промокоды будут в описании ролика. Нажимай лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Также подпишись на канал, ведь мы идем к 3500 к Новому году. Осталось совсем немножечко. Нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.